Команды школьников собрались во Дворце творчества детей и молодежи, чтобы состязаться в региональном конкурсе. «Безопасность – дорога в будущее» – так называется соревнование, организованное областной госавтоинспекцией совместно с Министерством образования. Участники подготовились по 6 предметам – ОБЖ, автоюрист, автострахование, основа оказания первой помощи, а также творческий конкурс. Правила дорожного движения, правила безопасности, правила жизни, поэтому дети очень приятно, что знают правила дорожного движения, понимают, насколько это важно и нужно в их жизни. Ну и, конечно же, сегодня в этом конкурсе мы всем, абсолютно всем ребятам желаем удачи и применять свои знания не только при участии в конкурсах, но и ежедневно на практике. Построение и вступительная речь прошли, началось самое интересное. 36 команд приступили к выполнению заданий. На творческом конкурсе изготовили светоотражатели из цветной бумаги. Правила дорожного движения сдали в электронном виде, а безопасный путь домой пометили на карте. Оказание первой помощи условным пострадавшим было самым увлекательным из испытаний, потому что работать ребятам пришлось не в одиночку, а коллективно. Один человек, то есть вы сейчас совещаетесь, один человек из вас рассказывает, три остальных, используя аптечку, на волонтере, на пострадавших, якобы пострадавших, оказывает первую помощь. Иван Сиднев, ученик 61-й школы, в соревнованиях участвует впервые. Шестиклассник достойно прошел проверку, было сложно, но интересно. Его мама Татьяна искренне рада тому, что сын тянется к знаниям. По ее мнению, подтянуть правовые дисциплины не помешает, но очевидно то, что необходимое зерно в Ванину эрудицию уже заложено. Самое сложное – автоюрист. И автострахование. Да. Потому что эти темы еще нами мало изучены. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы выучить их и познать. Конкурс «Безопасность – дорога в будущее» прошел только во второй раз, но уже обрел популярность среди школьников. В этом году более 100 учеников в возрасте от 12 до 16 поборолись за грамоты и ценные подарки от организаторов. Комиссии осталось лишь выбрать самых подготовленных и начитанных. После подсчета баллов в ближайшие дни будут известны имена победителей. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.